Здравствуйте. ДТП произошло 13 октября в Белогорске. По предварительным данным, водителю автомобиля Nissan March стало плохо за рулем, в результате чего неуправляемая легковушка съехала с дороги и въехала в местный магазин. Под колесами автомобиля оказался 46-летнего посетитель. Покупателей и водителя госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Берегите себя и своих родных, не забудьте подписаться.